1 миллиард евро помощи готова предоставить Украине Европейская комиссия. Предложение согласовали накануне, оформить документы обещают уже на следующей неделе. Когда же стоит ждать денег, разбиралась Елена Абрамович. Новый пакет помощи от ЕС президент Петр Порошенко анонсировал еще в конце прошлого года на саммите Восточного партнерства. Именно тогда стало известно, что получить последний транш из предыдущего пакета Украине не удастся. Не выполнены были 4 требования. Снятие запрета на экспорт лесокругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний. Киев отправил официальный запрос на новую программу помощи, и накануне коллегия Еврокомиссии его обсудила и одобрила. Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась, и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 миллионов евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро двумя траншами по 500 миллионов каждый. Сейчас мы запустили все необходимые процедуры. Документы планируют подготовить на следующей неделе. Далее решение еще должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. На практике получить первый транш Украина сможет к осени. Если, конечно, к тому времени Киев выполнит те 4 условия, которые требовались еще предыдущей программе. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».